17 августа на привокзальной площади Твери изменилась схема дорожного движения из-за модернизации пешеходного перехода. Главным образом перемены коснулись светофора по улице Коминтерна. Новый пешеходный переход ведет от аптеки на противоположную сторону дороги. Он дополняет уже существующий объект на площади и работает в синхронном с ним режиме. Установленный светофор регулирует выезд автомобилей от гостиницы и торгового центра, позволяя поворачивать к проспекту Чайковского и Волоколамскому путепроводу. Пешеходы могут переходить улицу Коминтерна, когда все автомобильные потоки стоят под запрещающий сигнал светофора. На данный момент время, отведенное пешеходом для перехода, 12 секунд, а красный свет горит 112 секунд.